А у нас жара 40 градусов. На огороде моем все пересохло. Сегодня пойду цветы полью, помидоры с огурцами соберу. Сделаю вам закруток на зиму. Вы там с родителями не надумали к нам в гости поехать? Уже все родственники заждались, скучают по вам. Да пока не знаю ничего. Сейчас решаем семейные вопросы. Родители опять ругаются. И опять говорят о разводе. Я, если честно, уже даже не знаю, что делать. Ты самое главное держись. Все у нас получится. Все мы переживем. Только никому не говори, что у нас дом происходит. Все наши проблемы должны оставаться в семье. Поняла? Чужим ушам не нужно знать об этом. А мы, дай бог, справимся со всем. Только никому не говори. Только никому не говори. Я буду тише.